Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами Каспер, с вами StarLadder TV, с вами Team Illuminate против EVO, и мы сейчас будем смотреть за последней игрой на сегодня. Да, вот так вот. Опа. Сейчас. Что-то я вообще все попутал. А, вот, все. Все, теперь я снова тут. Да, мы идете. Ладно. Смотрим. И общаемся мы, кстати, в Твиттере. Да, посредством хэштега SLTV можете адресовать сообщение мне непосредственно, предписав «Собака Каспереныш». Вот так вот именно и написав. Ну, только там как-то по-хитроумному надо, в общем, найдете, если сильно захочется. Что у нас по пикам? Есть Shadow Demon, есть Kotl, Betrider и Magnus. Да, я починил свою любимую клавиатуру, она наконец-то работает. В бане у нас оказывается Ланая, Висп, БХ и Зомби. Кстати, да, новость свежая, H2K disbanded, то есть отказались. Оказалась организация H2K от этих ребят, которые играли под их тегом. За ними мы только сегодня с вами наблюдали. Вот так вот. Что там? Betrider, Magnus, Джакира. Где-то я такое видел. Магнус, Джакира, так точно. Состав команды Illuminate. До боли нам знаков. Это Nexus, Dubass, Immune, Blood Angel и Magus. Это просто... 5, я не знаю, ну нельзя их назвать укурками. Адекватные на самом деле ребята, но порой неадекватные. И команда его, Audio, Blueberry Ninja, Бак или не знаю, как это вообще считается, верный, бла-бла-фу. Такие у нас непростые пацаны шпилят. Так. Я искренне надеюсь на то, что лагать не будет, потому что тут вообще какая-то непонятная ересь происходит. Так. Да, кто-то интересуется то, что воду вафли прошлому. Нет-нет, из-за того, что пропал интернет, вот не пострадал. Он стал еще длиннее, там даже появилась музыка в конце, то есть его надо будет немножечко обрезать и выкладывать потом, только после этого. Ибо, опять же, да, я немножечко сложал, не выключил запись сразу, там еще лишних минут 6-7 музыки в него попало. Вторая стадия банов у нас начинается, вижу я также Энигму в куче к котлу. Меня... достает, продолжает доставать человек, который хочет у меня выменять таймбрейкер. Я подумал, что нет, нет, я не буду его выменивать. Я слишком корыстен. Не, ну, мне, опять же говорю, просто будет потом нечем выпендриваться, и вот и все. Вся логика обусловлена именно этим. Ту-ру-ру-ту-тум. Так, я пока смотрю, что тут у нас по стримам. Смотрю, когда я работаю, когда я не работаю. Смотрю, что работаю я всегда. Отлично. Финал ВЦГ Украина уже завтра. Кстати, да. Я просто смотрю на эти названия, и они меня радуют. ЮАшечки. Твой бро Тим, Тим Юкрейн, Эклипсе, Somehow, Nirvana UA, Mighty Gamers и Black Pearl. Смотрю финал проведения ВЦГ, как будто Samsung нашел способ, куда деньги можно потратить. Ладно. Баны у нас даже до сих пор не успели закончиться. Я не знаю, что они так долго думают. Tidehunter, Клинкс и
Инвокер в бане от команды Illuminate. И Дарксир с кем-то еще сейчас будут в бане. Не знаю, правда, может Свена какого-нибудь они забанят или нет. Или отдадут Свена, который потом оторвет всем лица. Ну, не хотите, как хотите, я думаю. Сейчас Нексиус не растеряется и приберет его к своим рукам. Да, новость касательно финала ВЦГ можете посмотреть уже на Старладере. Составов там пока еще, вот, правда, нету. Завтра утром будут составы и обязательно сможете почитать. Где же вы? Андрей Чепенко не любит, когда его называют Магус. Хорошо, значит, Андрей Чепенко будет у нас просто Андреем Чепенко. Андрей Чепенко, Виталик Лухтан, Blood Angel, как там, Вадим Трушкин, точно, Вадим Трушкин. Не помню, правда, как зовут Нексиуса и Имуна. Имуна, знаю, Котлета зовут, вот. А так не знаю. Ну и ладно. Я думаю, они не обидятся. Рудж! Это Рудж, друзья. И именно за Руджем мы сейчас и будем наблюдать. Сейчас посмотрю. Только не дубаса на Руджа. Дубас на Рудже это проблема вообще. Так, что там с Руджем? Ну, Рудж, понятно. Тут просто сейчас видят Руджа и понимают, что все, паника. Фантом Лансер, о мой бог. Вы вообще что употребляете? Энигма, Котл, Фантом Лансер. Шеду демон. Пойду почитаю, что у меня в паблике пишут. Следующий матч будешь комментировать? Да, я комментирую следующий матч. Отлично, я вообще людям ответил. Что-то я хотел добавить, не помню что. А, ну да, маму интернета трогал. Это есть такое у меня, 15 минут назад интернет пропал. Ну, сейчас вроде все нормализовалось. Ну как нормализовалось? Относительно нормализовалось. Я, может быть, сейчас бы сделал стоп-старт стрима, потому что что-то он все равно продолжает выпендриваться. Что выпадет, если сломать таймбрейкер? Плюха выпадет в табло, если сломать таймбрейкер. По крайней мере, на моем аккаунте. Чен. Это абузеры. Fucking abusers. Сейчас будут крюк плюс полет Чена обузить. Интересно. Ну уже. Минута 18 осталось. Обязательно тратить все дополнительное время. Не знаю. Не, я знаю, почему всегда тратится все дополнительное время, потому что все, как обычно, курят, и только капитан сидит и пикает. Ну, тоже обычно с сигаретой в зубах. Игры нет в Dota TV. Блин, я не знаю, как вам ответить. Если вы смотрели предыдущую игру, я объяснял, что можно подключиться по любому из игроков, по мне, по вообще по всем можно посмотреть эту игру. Вот в чем дело. А, Свен был в бане. Тьфу ты. Я нищая гребаная.
Да. Я его не заметил. Сейчас там начнут на меня наезжать, как обычно. И Патма. Зачем? Ладно. Смотрим за игрой. Ну что, Blood Angel будет играть у нас на Рудже. Андрей Чепенко на Магнусе. Виталик Лухтан на Чене. Ну и Имун будет играть на Бетрайдере, я насколько понимаю. Enigma, Shadow Demon. Ну там я не буду ничего называть, я думаю, вы видите, как они там... Как везде все пишется. Кто на ком играет и так далее. Да, все, поехали. Поехали. Сейчас небольшой стоп-стар стрима и поехали. Prepare for battle. Все, друзья, мы начинаем, точнее, продолжаем смотреть за трансляцией. Да, я вижу, что немножко подлагивает что-то у меня. Все у меня подлагивает. Что это за фигня? Лакс. Спрошу у парней. У меня тоже какие-то жуткие спайки только что были. Маг играет на Магнусе. Вот как все символично. Ладно. Кто у нас там куда отправляется? В миде, скорее всего, будет стоять Пудж. Или кто у нас там еще остался? Эти понятно, ребята, где будут находиться. А, Nexus. Nexus будет у нас играть на Чене, а Дубас будет играть на ТХД. Свапнулись пацаны. Ждем, когда Имун подключится, насколько я понимаю. Куда-то пропал Имун. Куда же он мог деться, мой друг Имун? Гори микрофон. Горит. Покажись микрофон. Пропади микрофон. Вообще отлично. Просто маг и чародей. Понятно, Enigma будет сейчас есть крипка на сложной линии, чтобы Патма сейчас могла хотя бы под вышку разок крипов завести. Патма будет стоять в сложной, в миде будет стоять Shadow Demon в миде. Зачем вообще, я не знаю. Фантом... Да. Короче, эту игру точно можно будет посмотреть в воде, в нормальном качестве. Друзья, я вам это точно говорю, потому что тут сейчас начинается трешак. Я обязательно, вот я откомментирую эту игру. Я откомментю эту игру, как положено. Запись будет. Да, все, пост я запилил. Ну, просто вообще дропы сплошные. Сейчас еще один ребут стрима. Давай, инитиейт стрим. Почему бы и нет? Все связано с тем, что сейчас идут приготовления к ВЦГ, и я не удивлюсь, если там сейчас свич какой-то Равшан мучает, из-за чего вот сейчас такие проблемы мы видим. Три, два, один, погнали. Все, смотрим. Маг, вот я знаю просто мага, он всегда такую фигню любит чудить. Но вот сейчас тут станет и будет стоять себе экспучаять, пока ему вообще не надоест. Вот, все. Стремецкий перезапущен. И я смотрю за тем, чтобы дропов не было. Вот сейчас вроде нету. Ну, опять же,
если какой-то сейчас там Равшан или Джумшут балуется со свечом, я бы, конечно, им мог рассказать, что не нужно этого делать. Но... О, тут у пацана целый сет есть. Реверт. Ну все, вот пошла жара. Все, сплошные дропы. Короче, каменщу игру, ни на кого не обращаю внимания. Друзья, которые смотрят меня через Dota TV, я вам весьма-весьма признателен. Шарьте ссылку своим друзьям, айпишник, там, через что вы коннектились. Расшарьте у меня в паблике, в Твиттере, где угодно. Потому что сейчас эту игру можно будет нормально посмотреть только посредством Доты. Я вот вам точно говорю, потому что дропы будут стабильно залетать из-за того, что сейчас идет подготовка к ВЦГ. И вполне вероятно, кабеля кто-то мучает. Может падать интернет. Ладно, иммун в миде стоит против бла-бла-фу. Здесь уже дубас напрягает. Давай, айспас ее. Вот так вот. Заставь ее липаться полностью. Магус. Недолго думая вообще, маг просто увез блюберри далеко-далеко. Чтоб он его даже не заходил никуда искать. Все правильно, почему бы и нет. Но сейчас дропы вроде прекратились. Да-да-да, уже не было. Секунд так 20, это хорошо. Там уже пятый стак просто на бла-бла-фу. На самом деле... Да, вот сейчас опять они пойдут. Ну, все понятно, короче, с интернетом. Ладно, смотрим сейчас. Можно было меня не ждать игрокам, если честно. Ща-ща-ща, у меня есть... Так, внизу тоже какие-то терки непонятные. Да, Вилат говорит, что у него та же фигня. Ну, все понятно, потому что... Опять же... Это подготовка, мать ее за ногу. Нет, Пудж ходит у нас в легкую линию. Да, действительно, в миде остается Бетрайдер. Маг в легкой вообще, точнее, в сложной, пока себя более-менее чувствует. Ну, ты мог второй левел набить, и то было бы хорошо. Только-только я ему сейчас дал аудио это сделать. Да, вон Дес говорит, не Дес, точнее, Вилат говорит, что у него тоже какая-то фигня была только что с интернетом. Миллион дропов. У меня тоже самое абсолютно, вообще абсолютно несмотрибельная игра на стриме. Ну ладно, продолжаем записывать тогда в одесский аудио. Ну видите, все равно у меня игра вот даже сама спайкает. Буду хоть как-то стараться заметить разные моменты. Так, на топе у нас битва за крипа. В этой битве я одержал победу. Аудио. Андрей Чепенко. Такое. Что, ждем, наверное, наибольшего экшена на этой линии, на линии с Пуджом. Как-никак, если айспас хорошо заедет, то Пудж, я думаю, должен суметь попасть. Почему бы и нет. Там фласочка, кстати, осталась. Надо будет сейчас ее потратить. Трать фласочку. Ну, хорошо, дубас отлично законтролил катапульту. Нормально, 70 голдишечки себе урвал, и все отлично. Как там что у демона дела обстоят? Давайте посмотрим сейчас по крипстацию. Вот так вот. Нет, не так. Вот так вот, да. На первом месте у нас Фантом Лансер, потом идет Пуджовский. Потом только идет Бетрайдер, Чен, да, Шадоу Демон. Хотел сказать Дарксир. Шадоу Демон.
Ну такое себе. Патма, понятно, она тут вообще ничего добивать не должна, хотя у нее 8 крипов есть. Айспад. Ага, не тут-то было. Дубаса так нормально напрягает. Боже, стрела еще какая-то. Зачем вообще? Denied. Ну, так чисто может размяться, проверить, как она летит. Не стала ли она самонаводиться после последних патчей. Такое тоже может быть. Тут у нас битва на руне. Бэтрайдер ловит Shadow Демона. Ну и этот парнишка, конечно, сразу отъезжает. Там 5 стаков, очень больно. First Blood есть, забирает его иммун. Андрей Чепенко в это время на верхней линии 2,5 левела получил. Больше ему не дают. А Патма там нормально, кстати, получает. Уже 4 с копейками, уже почти 5. Дубас, конечно, бегает, гоняет. Blood Angel'а скоро будет 5-й. Вот 5-й это вообще сильно. После этого крипа будет 5-й уровень. И с 3-м патрюком уже можно вообще тащить очень хорошо. Давай, давай, давай. Айспад. Крюк. И просто бить, 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 бить. Ну вот просто раз, два крипа тут Патма законтролила. Так вот бывает. Есть руна иллюзий. Дубас ее сейчас найдет, но он ее не забирает. Он ее оставляет Бэтрайдеру. А тут в это время маг уехал под вышку, под солкетчером. Да, у него нормально, кстати, залетело. Уровень 3 уже маг. Сейчас, где мой твит-дек? Я понимаю, там сейчас много жалоб будет. Почему игры нет? А, нет, это было. А, вот, ищешь в комьюнити команду и Join Game. Вообще гениальный вариант, кстати. Очень-очень удобно. Ищите команду Eliminate, либо же EVO. Логотип, вот вы EVO видите. Тут проблем вообще быть не должно. Патмат просто улетела на энджентов. Прям громоящеры начинают атаковать. Бочка, хорошая бочка, третий стак, Патму нужно бить, да плюхнешь ты ее хоть раз. Все, пошла гореть, утащил ее иммун, и иммун делает еще один минус. Красавелла вообще иммун. Да, я тоже так думаю. Все, поехали, Blood Angel уже почти 6-й. Ну, крюковских пока нет. Формящий пуч меня на самом деле не особо вдохновляет. Мне больше нравится, когда он ходит убивать других пацанов. Будет 6-й уровень, конечно, будет вообще шоколадно. Что это за выход от Энигмы? С какой целью он вообще делался? Я не понимаю, объясните мне. Я, конечно, может быть, вообще дно. Да не может быть, а я есть дно в доте, но мне даже это непонятно. Ну все, тут пушится вышка. Дубас сейчас будет пассивку. Дубас, кстати, максит пассивку именно для того, чтобы максимально быстро пропушить эту вышку. Давай еще так. Опа. Плюнул. Хорошо. Пошла стрела. Попадает в Blood Angel'а. Blood Angel воняет. И вонять еще будет, кстати, очень долго. Сейчас еще крипов тут всех перебьют. Blood Angel вообще дофига хп потерял. Ну, стоп, Дубас забирает вышку. 670 золотых у него. У Blood Angel'а 2300 денег. Что будет он себе покупать? Давайте посмотрим. Ага, сходу решил себе худ приобрести. Хорошее решение. Никакие там Старфолы и прочая шушваль. Даже тот же котел уже не будет наносить такого большого количества урона, как предполагалось изначально. Так что неплохо. А с руки тут пока может быть Патма немножечко. Ну да, Фантом Лансер тоже немножечко. Энигма тут вообще что-то извращениями занимается. Сейчас будет вызывать идолонов из вот этого идолона. На. Читак просто. Посмотрим на азы отдаления Рошана. А, не получилось? Не получилось, слабачок, да? А все, 20 секунд ты уже не продержишь этих ребят. Еще медалечка. Что, сам будет танковать? Ну да, вроде танкует. Крюк неудачный. Главное, идолона сейчас не потерять. Это вообще беда будет. Один. Давай, давай, давай. Хорошо. Вот шарит, шарит Энигма. Вот так вот просто в соло Энигмой убивается Рошан. И Патма пришла и говорит, я тебе помогу. И так, оп, и помог. Вообще отлично. Маг. Уже тут. Аудио убегает. Да, кстати, дропов уже давно не было. Почти догнал котла. О,
Кочка. Кочка мимо. Визи, пацаны. Еще копье. Копье левел 4. Я же так мало ударил. А тут 1000 хп уже, понятно. У Имуна вообще тут дагер, транквилы, стик. Вообще все хорошо у Имуна. Инвизи, бла-бла-фу. Мага спрятали. Имун. Ой, как больно было магу. Хороший ванхил от Чена. Отличный айфпас. Маг погиб, блин. Вот туда бы сейчас его... А, у него даже ульта нету, тогда все нормально, да, минус бла-бла-фу, разменивают одного на двоих, может быть, еще даже Веме вот этого пацана заберут, а Айспас немножко неточный, хотя там все равно был лип, сложно было очень попасть. И 4-1 ведет команда Illuminate. Ха-ха, Пудж. Пудж и Котл, Котл и Пудж. Так, говорят, надо отдать, наверное, Нексиуса, и хорошо у них это получается сделать, еще под Энджел умрет, естественно. Ой, как хорошо он себя заденайл. Рассчитал, тонко рассчитал их, конечно, только так. Маг отчаянно пытается получить левел 6. Тонко говорит, ну а тебе, ты будешь фармить? Иллюзия, жалкая иллюзия. Wicked Grievel, а тут какой? А тут... Dreaded Grievel. Страшные, страшные вообще, пацаны. Dire's bottom tower is under attack. Так, фейзы есть у Shadow Demon, отлично. Просто потрясающе. Да, тут в Твиттере тоже пишут, что тебя, походу, пропустило, не лагает, тьфу-тьфу-тьфу. Ну, походу, да, но давно не было дропов, я смотрю. Так, давай. А Котл-то хитрый, не подходит. Центрик, да, вот этот обсервер он по-любому видит. Заходят на топ за магу. Сам у магуса еще шестого нету. И чуть-чуть ему не хватает. А иммун-то жук. Сейчас будет залетать, что ли? Да, иммун залетает. Не очень удачно. Там что, еще и ванишь зачем-то. Я все понимаю, но... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Андрей Чепенко. Соберитесь, Андрей Чепенко. До шестого одного крипа не хватило. 10 экспы. И ему сейчас тут умрет тоже. Да, беда. Давай, хватай его. Западлы. Тут подма. Ну уже, Blood Angel. Get him on, говорит, и ловит крипа. И тут еще... Нормально, кстати, получилось. Так что Патма все равно кушалась, пока Blood Angel был в дизрапшене. Айспад. Прям на Патму котло. Говорит, иди сюда, котлина. Я не понимаю, что происходит. Но это какое-то месиво. 5-8. Лови его полностью. А, там 20 секунд еще кулдауна. Иммун просто неудержимый. Да куда ты летишь? Остановись. Угомонись. Не зверь. Сколько можно? Так, пошла задувочка. До сюда максимум доедем. Я просто мастер рейнджа. Так, маг, поехал. Поймал по тму. А дальше? Андрей Чепенко, ты мой герой. Я не знаю, конечно, что происходит с этим человеком, потому что играть в доту он умеет, но что-то с ним явно не то в последнее время.
Вот начиная с International, вообще беда. Аркан Буци давай купил быстро, и ману иди Пуджу пополняй. А, Пуджу так с фулл маной. Ну, Blood Angel просто настолько брутален, что он не кидает крюки. И не тратит ману зря. Давай, иди кастируй. Ну, было бы, конечно, очень полезно закрюкировать кого-то. Да, тут просто стоит обсервер. Было видно, что Пуч заходил. В результате мы видим электрификации, стрела. Мимо Blood Angel'а. И маг забирает еще и вышку. И трех крипов. Ну что ж ты будешь делать? 700 копеек. Просветка. Профессиональная. От Фантом Лансера, который фармит на топе. Что ты будешь с ними делать? Такой забавный вообще этот черный пацан. Radiant's bottom tower is under attack. Так, ага, обсервер тут воткнул. Я думаю, должен был догадаться Nexus, что что-то тут не так. Что надо бы предпринять меры. Radiant's bottom tower. Птицы прилетел к нему Баклер. И... да, и Ring of Regeneration. Реген у него сейчас очень хороший. Еще за счет Сатира. Но все равно нужно быть поосторожней. Слышу, я крюкировали. Оп, от мани долетело просто в воздухе. Пудж поймал Патму, укусил ее за хвост. Не дал ее прыгнуть. Так, пошел Disruption Soul Catcher. Очень много. Насколько ударит? Хорошо так. Пробило. Третий стак. Ну давай еще Blood Angel сейчас умри на что Poison. На четвертом умрет. А не. Все нормально. Ботл. Ну, давай уже хоть куда-то крюк кинь. А вот же вард стоит. Как можно было промахнуться? О мой бог, Вадим Трушкин, соберись. Тряпка. Как? Вот, вот вард стоит. Вот тут стоит котел. Вот тут. Вот так берешь так. И тут такой крюк обязательно. И все хорошо. Там в миде пока драка, да, я слышу, там оверхил. Nexus уже себя спасает. Еще и Аркан Буци. Жаль, себя на базу нельзя отправить, да. Ну и видим, умирает Nexus. И минус вышка. В общем, проблемы у Team Illuminate. 4000 по деньгам проигрывают. 7,5 по XP. Blood Angel надо отсюда бежать срочно. Полетела уже стрела. Немножко не точно. Он быстро уже стрел... Патман начинает нарезать. Там ПТ на Агилу переключил. Да, 38 атак спида. Ничего так дает. Опять Крюковский мимо. В любом случае, Энигма была на всякий пожарный. И Пуджу было крайне несладко. Ну, Blood Angel тут просто, я не знаю, ему нечего делать. Он бегает тупо по вардам, его постоянно перемещение видят. Он взял вот себе во владение вот эту часть карты, а тут вы видите, вот один обсервер, вот тут второй обсервер. И, по сути, все его перемещения абсолютно хорошо видно. То есть, если бы он... ну, тут еще вот, вот третий, да, стоит. Ему как-то надо вот тут где-то бегать, чтобы тут пацанов ловить, там, как-то отсюда. А он бегает на своей половине карты, вроде как более сейвово, но, соответственно, никого поймать не может. Вообще никого. То есть, либо просто ставить центри, разбивать варды, и давать хоть как-то Blood Angel'у побегать, похукировать пацанов. Либо я вообще не знаю, что надо делать. Radiant's middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Так,
тир-1 в миде теряют сейчас Steam Eliminate. И вот, собственно говоря, вышечку, которую они забирают. Разменялись тир-1 на тир-1. Пойдут ли дальше эти пацаны? Уже четвертая, что ли, пассивка? Ну да, да, четвертая. Juxtapose 8 иллюзий, может быть, целых 8. Это очень много. Урона, конечно, у каждой немного. 25%. Так, 8, это, грубо говоря, 200%. Заультила. Слышно ведь было, что Атма заультила. Или просто иммун придумал ее ловить. Потому что просветка у него была, мог ведь ее и поймать. Просто решил зафармить как можно больше пацанов, пока есть возможность. Ну и хорошо. Вот так вот. 1400 голды. Есть форстаф, есть даггер. У Имуна вообще все очень хорошо сейчас. И еще инвиз забирает. Так что вообще все шикарно. Хотя Сентри стоит в миде. Ну и тут тоже Сентри. Везде есть Сентри. Везде было видно Имуна. И... опять же, ну контроль карты просто очень хороший. Да, он сейчас просто в наглую пролетел. Увидел, что за ним повелись крипы. Понял, что где-то здесь что-то не так. Да-да-да, вот помигали. Имун же и помигал, что в миде стоит вард. Сентри. Никого иммун не нашел во вражеском лесу. Понятно, вот они где все тусуются. На миде под своей тир-3 вышкой. На тир-2 не выходят даже сейвить ее. Сейчас крюк. Нет, не будет крюка. Да, котел очень больно, конечно. Очень сильно мешает. 3-2-0, стату Blood Angel. Сердце Тараски появляется у Фантом Лансера. 22 минуты. Диффуза... я, кстати, вот у меня тоже один простой вопрос. Да, у него 164 крипа. Где тут? Вот, ГПМ. 500 ГПМ. 10-900 у него net worth. 4000 у него больше, по сути, там, 3,5, чем у того же Битрайдера. Это очень много. Фуза на самом деле не такие уж и дорогие, как казалось на первый взгляд. А, чуть-чуть не хватило зацепить Энигму. Да, тут уже крипы тир 3 идут ломать. Причем неплохо сейчас они пробьют вышку, там пару сотен точно лишится этого руля. Вообще так жестко разводит. Мол, вот такой прибежал из лесу. Да, на Рошана уходят. Эво. Пошла стрела от Патмы. Всем сразу понятно, где находятся ребята. У Патмы лип есть, если что, она все равно спрыгнет. Если сильно нужно будет. Ну вот, наконец-то есть обсервер, есть центриварды. А раньше это нельзя было сделать? Походу, никак. Ну вот эта лейтовая игра, она далеко не на руку команде Illuminate. У них вообще нету кому в лейте убивать. Просто все всадили в бедного котла. Кстати, интересный факт тот, что под лассо маг не смог утащить пацана, хотя он точно попал в котла. Кстати, я не могу сказать, что я жалуюсь на Дубаса. Я за все время игры, наверное, еще ни разу не сказал ничего такого. Ну, типа, Дубас промахнулся дно и все в том же духе. Но сейчас только пассивку он посадил зря. Ничего страшного, уже есть.
Нормально пушится от пассивки. Хорошо, зафармил. 43 голды есть. Дубас. Вот только я сказал, Дубас сразу же ловит стрелу. Все, не буду я червить, а то сейчас всех сглажу. Будут потом. Дубас еще приедет ко мне сюда на лан завтра на ВЦП. Он же мне ничего и звонил на телефон во время предыдущей игры из-за того, что они опаздывали. Он опаздывал на поезд. Так что этот матч ему абсолютно не принципиален. У них отборочный там на ВЦГ завтра. Нужно участвовать. Быть здесь, в Киеве, утром. Так что понятно, что ребята не будут затягивать там до 60-минутной игры. Так, стрела мимо. Стафи улетает. Чен. А, у Чена на кулдауне отправляется более. Так, погоди, он же чем? А, он вот этим отправляется домой, точно. Да-да-да. Ну на кулдауне был этот скилл. Забирает Blood Angel. Ну, все, давайте, давайте, поехали. Воюем. И убежали его. Вообще гений. Просто гений. Айгис у Фантом Лансера. Зачем его реализовывать? Зачем заходить, когда команда находится в меньшинстве? Ну, это же просто глупо. Давайте, когда мы их там гонгонем четверых где-то по одному, вот тогда мы точно пойдем на хайграунд. Только еще сыр нужно будет обязательно взять. Двум, как минимум, пацанам. А то, ну не зайдем мы на хайграунд без этого, ну вообще никак. В смоке погнались уже за кем-то. Давай, дагер, фурстав, поймали. Ой, как хорошо! Да ладно, как у него это получилось? Лол. Лол. Это реально был лол. Он уже уехал на фурстафе. Но его все равно поймал Бэтрайдер. Сразу смещение в мид. Пацаны. Атака. Danger, danger. Самый опасный-то персонаж, вот он стоит. Да, вот все починили, говорят, вроде бы. Ага, все починили. У меня как раз немножко пролагнуло плотненько. Я понимаю, что вас это бесит, меня это тоже бесит. Я помню, когда я еще был таким же зрителем, как и вы, и постоянно смотрел трансляции, которые постоянно лагали, потому что тогда технологии вообще были другие. Сейчас вообще грех жаловаться на технологии. Сейчас можно пожаловаться на Blood Angel, который, ну как по мне, не ясно, зачем вообще здесь очутился. Может, он мне, может быть, потом объяснит, зачем вообще он здесь. Так, мигают еще сейчас на Магуса. У Мага у него есть этот, скажите мне, я вам скажу, дагер. Да, он выкупил эту тему, тут стоит вард, сложно не выкупить эту тему, если ты видишь четверых противников. Radiant's bottom tower is under attack. Минус тир 2 внизу. Radiant's bottom tower has fallen. Какой вейв от мага. Ну а эти-то пацаны, чё, они будут ждать следующего Рошана, который будет вот через там... Кстати, а Эгис вот сейчас. 5, 4, 3, 2, 1, всё. Нету Эгиса. Он как бы есть, но его как бы нет. Айгис Шрёдингера. Что тут за атака вообще? Просто иллюзии убивают Blood Angel. Да что это вообще за трешак?
Посмотрите, там иллюзии в соло. Магуса уже убивают. Они просто всю команду чуть не перебили здесь. Это были иллюзии. Тут даже настоящего не было. Вот настоящий на Эйншентах. Если бы иллюзии могли кастовать Пурдж с диффузов, там бы уже вся команда мертвая была. Это жесть. Гем покупает котел. Сразу же перекладывает его в бла-бла-фу. Вот он. Выкинь гем. Давай, на форстафе, пацан, полетел. Так, тут Патма липается, улетает. Патмы Саша Яша. Зачем, тоже непонятно. Не, ну, с одной стороны, понятно, да, хорошая МС, она и так достаточно шустрая, у него сейчас 454 МС. Были бы там какие-то... Было из-за того, что пассивка от Липы висела. Были бы какие-нибудь еще фейзы, мне кажется, это было более прикольно. Там бы МС вообще было очень-очень-очень много. Пошла стрела. Под копчиком у Бладенджела пролетела. Подпушивается низ, подпушивается центр, все подпушивается. На топе тоже только что была подмана, там подпушивала. В общем, проблемы. Арканбуцы, нажми, отлично. Ну, сейчас просто куча иллюзий и вейв котла. Вот, собственно говоря, все, что нужно. Просто из-за того, что Phantom Lancer фармит, он там новые иллюзии делает, старые пропадают. Это дуплас вообще. Radiant's bottom tower is under attack. Ну, кисло дела обстоят у Team Illuminate. Я, честно, уже просто понимаю, что они тут не будут стараться ничего слишком уж сильного делать. Хочется пожелать им сразу удачи завтра на лане, на ВЦГ, на квалификациях, которые мы тоже будем с вами обязательно смотреть. Не знаю, Вилат точно будет кастировать, я не уверен. Там вроде хотя расписание составили, но нужно посмотреть, вписываюсь я туда или нет. И вообще, кто там туда вписывается, в какие временные рамки. Какой вообще табун пацанов. Ну все, я думаю, можно заканчивать. У Магуса появляется Shadow Blade. Не самый нужный для него артефакт, учитывая то, что там гем есть. Вот, у Shadow Демона. Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. Кобылка понеслась. Ну вот Патму, может, поймают. Ну, Патмы Лип есть, да, и... Не, Патма вообще собралась. Правильно. Надо... Близко стану. И вообще просто. Какой тимплей? Какой тимплей? Ну, чтобы далеко Бэтрайдер не улетал, его сразу опа и на базу. Стоящий-то Phantom Lancer здесь, и этого нужно бояться. Вот сейчас он просто видит Магуса. Маг! Маг! Ты в курсе, у тебя мана не бесконечна. Сейчас счет там два удара было от Фантома, и все, и он бы отъехал. Бас, Макропира. Заходит и ник. Мачка в БКБ. Отличнейший Black Hole. Вытаскивает Буджи Нику. Начинает жрать. Но там все равно, опять же, это БКБ. Его дизрапшн еще и спрятали. Это будет минус Blood Angel. Да, минус все, по сути. Хотя кто-то даже убежать успел. Убежать успел Nexus, убежать успел Immune. И Адубас, он успел убежать или еще раз... А, его, наверное, вот этот чувак отправил, скорее всего. Test of Faith. Куда этот летит, Гривил? Тут все, тут уже можно заходить на хайграунд. Я не знаю, чего его до сих пор мунутбулки могут вообще совершенно спокойно сейчас идти и пушить до конца. Байбеки лучше открыть, да. Кстати, байбеки лучше всего показывают. Энигма. Летела на Дубаса. Дубас опять Макропира и умирает. Ну вот просто это. One Man Army. Что
да, там понятно, все там поставило и 4500 уже. Что не собери. Говорят, что-то там пачнули, может быть добавили сезон, точнее билеты сезона. Проверьте, пожалуйста, друзья, кто вот сейчас смотрит, кто пропатчит сейчас дотку, и скажите, добавили ли билеты 4 сезона Star серии. Хорошо. Айгис, тут Фантом Ланса. Ему и так вообще уже ничего не нужно. Ему нужен Владмерс. Вот тут Владмерса еще нету просто у команды, поэтому он до сих пор может умереть. Как только у него будет Владмерс, он просто через автоатаку будет вообще себя совершенно спокойно чувствовать. Впрочем, как и его там. Макс с этим Шадоублейдом, это вообще беда. Что, будет ультпатный заход или будут до сих пор продолжать страдать фигней парни из обеих команд? Ну, эти-то понятно, которые иллюминейт, от них вообще ничего нельзя ожидать. На 5-секундная. Что будет заход, судя по всему. Ну, баса, летит стрела. А, почти. А Бладенджел-то нормально крипов нафармил, слушайте, крюками. Я думаю, коэффициент фарма крипов у него сейчас просто зашкаливает. Вот, 3, 2, 1, погнали. Поймали сейчас Патму. Патму. Дизрапшн, Энигма уже здесь. У него Блэкпол есть, правильно, иллюзию. Из всех надо вытащить на иллюзию. Пошел ульт, Блэкхол, Блэкхоле трое находятся. Четвертый чинчик туда прыгнул. Уикед Сик уже, минус Бэтрайдер. Бладенджел, херуй. Нафига вы взяли Чена плюс Буджа, если вы не опустите крюк? Что это вообще за беспредел? Бладенджел попал под стрелу там. Секунды на 3, наверное. А то и на 5. Ну и вот же он. Вот же жертва твоей мечты. Утащили, вот троих просто на блюдечке преподнесли. Есть один минус. Стрела еще в мага. И правильно, надо было притащить иллюзию. Да, ГГ пишет маг. ГГ, все, пора всем уходить. Тест оф фейс. Проверка лица, ну да. Что-то в этом духе. Да, фу, вроде все пропустило. Ну, понятно, что игра закончилась в пользу команды EVO. Поздравляем их с победой. Остальных парней, в частности, вот команду Illuminate, мы увидим с вами завтра на ВЦГ в Киеве. Скорее всего, да, просто всем там уже надо выезжать, кому куда. И поэтому они вот так от фонаря и отыграли. Smart Magnus написали. Of course. Yes, of course. Все, погнали тогда. Я, наверное, тогда отключаюсь. Говорю всем всего самого наилучшего. Скажу спасибо, что вы были сегодня со мной. С вами был Каспер. И до скорых встреч по ту сторону сетевого кабеля. Пока, друзья. All of us thank you.